самый любимый. Для каждой девушки этот момент очень долгожданный и важный, но для меня он особенно значим. Ведь я на 100% уверена, что ты тот самый человек, которого я хочу видеть рядом с собой всю жизнь. Ты тот, кто мне нужен, важен и дорог. Ты даришь мне сказку каждый день, ведь это такое счастье осознавать, что я встретила своего единственного и неповторимого. Благодаря тебе моя жизнь полна любви, нежности и заботы. Спасибо тебе за те прекрасные моменты, которые у нас были, есть и будут. Я счастлива рядом с тобой, и я готова прилагать все усилия, чтобы делать и тебя счастливым. Сегодня рождается наша собственная семья, и я верю, что она будет самой крепкой, самой дружной и самой счастливой. Я тебя очень люблю, и с каждым днем люблю все сильнее и сильнее. Я искренне поздравляю тебя с этим замечательным и светлым праздником нашей жизни. Ты мне очень понравилась, я решил написать тебе. Это были замечательные дни, полные счастья, ожидания, бессонных ночей и трепетного волнения. Мне было интересно и легко. Ты была очень внимательная, по-женски нежная. Ты покорила мое сердце, и не видя тебя ни разу, я влюбился в тебя. Ты дала мне мощную мотивацию развиваться и стремиться стать лучше. Я очень ждал нашей встречи. И вот она настала. Неделя, которую мы провели вместе, была незабываема. У меня была лишь одна мысль – быть с тобой рядом. Не хотелось отпускать тебя в Китай обратно. Спустя пару недель после твоего отъезда я принял решение сделать тебе предложение. Мне очень хотелось, чтобы оно тебе запомнилось на всю жизнь. Это было действительно важное решение в моей жизни. Сегодня мы вступаем в нашу новую жизнь. Вступаем втроем с нашим первенцем. Это чудо. Я так хотел первого сыночка, и эта мечта осуществилась. Я самый счастливый муж и будущий папа. Обещаю тебе, что у нас все будет хорошо, что мы будем крепкой и счастливой семьей. Ты в любой момент можешь положиться на меня. Впереди у нас много приятных хлопот. Малыш, я безумно сильно люблю тебя. Он харизматичен. Его улыбка – это целое озеро. Озеро любви, роскоши. Какие у него красивые глаза. Он умен, он силен. Он самый счастливый человек на свете. Я говорю о прекрасном мужчине, которого выбрала она, наша прекрасная невеста. Когда смотришь в ее глаза, сияешь. Когда держишь ее за руку, ты успокаиваешься. Ты думаешь, какой же я счастливый человек. Мы ее очень любим, особенно любит он. Он ждет ее. Ваша семья будет еще сплоченнее, еще прекраснее. Вы и так добры друг другу. Вы и так не можете отойти друг от друга, вы сдуваете пылинки, потому что вы знаете, что такое любовь и как беречь эту любовь. Потому что это такое хрупкое, такое нежное чувство, такое дорогое для каждого человека. Любить, переживать, чувствовать. Готов ли вы, Алексей, быть для нее, для себя, для нас, для всех? Быть мужественным каждый день, каждый час. Быть родным, быть дорогим. Быть терпеливым. Быть надеждой и опорой. Быть для нее второй половинкой. Быть замечательным мужем, быть добрым другом, отзывчивым другом, нежным другом, в будущем самым лучшим отцом на свете. А то, вы, Алексей, взять законные супруги прекраснейшую я. Да, готов. Посмотрите, вы прекрасные голубые глаза, такие глубокие, такие любящие. Признайтесь себе, признайтесь ему и всем нам, что вы будете замечательный, любящий. Будете верны. Будете по жизни ему прекрасной подругой.
будете хранить ваш семейный очаг. Будьте для него всем отрадой, солнцем, счастьем и любовью. Готовы ли вы взять вашего прекрасного Алексея в законные мужья? Да, готова! Помню тебя еще совсем маленький, вот уже взрослый мужчина. Я обещала никому не плакать на работе, не буду. Рядом с тобой прекрасная, добрая, нежная девочка. Береги ее, люби ее. Семья – это семья. То есть не я вот один, а каждый друг за друга. Хочу вам пожелать, чтобы вы соблюдали все заповеди, которые есть. Всегда поймите, что вы сейчас в браке, как в разведке. Сзади вроде свои, впереди неизвестно что. То есть можно надеяться на своих, но надейтесь всегда друг на друга. Желаем вам полной семейной гармонии, понимания и тактичности. Не бойтесь идти на компромисс. Только от этого зависит ваше будущее. И требую, настаиваю, чтобы вы берегли друг друга. И не просто берегли, а берегли, как зеница ока. Желаем жить вам в добром мире, желательно в своей квартире. И чтобы в ней звучал для всех не бравный ор, а только смех. Живите весело и дружно. Имейте все, что только нужно, храня огонь любви большой до самой свадьбы золотой. Я помню, когда даже Леша еще не родился, но мы сидели в кинотеатре, вот Оля, Юра, мой муж, мой сын, а Леша уже стучался, а Оля сидит и говорит: «Ларис, я больше не могу, наверное, я рожаю». А мы говорим: «Оля, ну потерпи, сейчас сеанс закончится, и мы пойдем». Вышли мы, дотерпела она. И вот Леша, когда родился, ты был такой маленький, такой хорошенький. Ну просто как ты вырос таким настоящим мужчиной, это заслуга твоих родителей. День вспоминаю, как мы с Лешей с тобой стояли, ждали Яну после длительного пребывания в Китае. Ты мне говорил, что, Рома, ощущение такое, что это вот та самая любовь, которая одна и на всю жизнь. И с Лешей ночью по скайпу придумывали, как Яночке сделать предложение. И у нас было столько идей, чтобы уж покорить так покорить, раз и навсегда.
пожелать этого твоего вдохновения, да, твоего творчества, чтобы ты привносила его в вашу новую молодую семью. Все равно это творчество оставалось в вашей семье, потому что оно будет нести вам маленькие-маленькие островки счастья. Леша, береги мою самую замечательную, самую красивую, самую дорогую, хорошую мою подружку. Просыпались с утра и заново влюблялись друг в друга. Леш, за то недолгое время, как мы знаемся с тобой, общаемся, работаем, я убедился в одном. Ты хороший человек. Хорошие люди всегда создают хорошие, а самое главное, крепкие семьи.